КФУ прошел научно-практический семинар решения в области высокопроизводительных вычислений. Казанский федеральный университет совместно с ведущими компаниями-производителями в области работы с большими объемами структурированных данных планирует дальнейшее сотрудничество. Цель мероприятия – популяризировать решения на базе технологии HPC – высокопроизводительных вычислений в области науки и бизнеса. Сейчас многие об этом говорят, многие слышали об этом, но использование и эксплуатация подобных систем достаточно сложная, и не все готовы перейти, допустим, со стандартной операционной системы Windows на высокопроизводительный вычислительный кластер и обсчитывать, работать с программным обеспечением. В мероприятии приняли участие ведущие мировые российские компании высокопроизводительного серверного оборудования. В онлайн-режиме в семинаре приняли участие Уфимский авиационный и Нижегородский технический институты. Анастасия Иванова, Лев Халиуллин, Универньюз.